Здорово всем, парни, с вами Василько, это Мел Бет, ссылочка на сайт будет в закрепе комментариев, спускаемся вниз, там есть комментарии, и первый комментарий именно ссылочка на данный сайт. Также там есть бонус-код на 10400, вводите его при регистрации, получайте 10400 на свой баланс. Нужен обязательно отыгрыш, все прекрасно это знают. Блин, халявы в нашей жизни нету. Просто некоторые уже люди начинают мне писать: блин, а чё 10400, а где там, чё? Нужен обязательно отыгрыш. Халявы в жизни, тем более 10400 на халяву, где вы найдете? Естественно, такого нет в жизни в нашей. Ну, представьте, ну, это только если Эдварда Билла встретить, да, ебать, на улице в Москве. Ну, и то шанс крайне маленький. Короче, сегодня у нас такой ролик. Ни разу, по-моему, у нас таких роликов не было. С 500 рублей, с 500 рублей нам нужно подняться на Мелбете. Вот, ну давайте по ставочке 10 рублей сделаем ставочку. Попробуем что-нибудь намутить. По сути, нам огнетушитель не дают. Но, по сути, он нам, походу, и не нужен. Хотя сейчас посмотрим. Если вот это последнее открыть, и там все четенько будет, это будет хорошо. Она 5 рублей всего лишь дала. Сейчас самое главное угадать дверь, и нам дают 50 рублей. Х5 это хорошо. Х5 это хорошо, это плюс 40 рублей. Сыграть еще, давайте. На 20 рублей попробуем. Ставочка 20, блядь, ну 2000, конечно. Разогрелись, ёпта. У нас прямо есть эти 2000. Окей. От 1000 рублей ставки дается огнетушитель. Пустой сейф. От с миной. А сейчас бы эту мину забаррикадировали этим огнетушителем. Сыграть еще. Давайте полтинничек попробуем. 37,5. Понял. Мина, понял. Так, давайте теперь соточку попробуем. Ну, ибо больше нехуй делать. В принципе, пустой, да? В принципе, если сейчас здесь мина, это хуёво, а если вот такая залупа, это охуенно. И сейчас самое главное, давайте угадаем. Ну, давайте опять же в эту дверь пойдем. Понятно, босс, игра закончена. Игра закончена, понятно. Не дали нам намутить бабл кэша. Ну, мне похер. 270 рублей у нас остается. Пошлите в яблочки. Надо же как-то камбэкаться. И последнюю, пожалуйста. Отлично, 435 рублей забираем. 635 рублей. 635 рублей. Пошел камбэк. Это неплохо. 600 рублей у нас есть. Пошлите обратно. Или в гараж сходить? Нет. Давайте Resident, или как он называется. Окей, соточку ставим. Сейчас вот сюда нажимаем, открывается, и выходит блондиночка с X2 множителем. Это 350 рублей. Я тебя расцеловал бы с такими самбуферами, так скажем, сука. Но, к сожалению, не в моих это интересах сейчас. У меня на первом месте бабки. Я хочу забрать все бабосы и уйти в плюс, в огроменный. А потом уже грудь и так далее. Ну, в принципе, давайте еще раз сюда нажмем. Босс. А я хотел на ту дверь нажать, но... Что-то подумал, да ну нахер, слушайте, не будем нажимать на эту дверь. 750 рублей у нас на балансе. Почему? Часто, когда... Ставишь маленькие суммы, без огнетушителя выпадают пустые сейфы, блять. Вот это прямо меня взбешивает. 75 рублей. Окей. Сейчас телочку. Вот, видите, какие у нее груди. Она прям сердце дарит в подарок. Завершить игру. Ну, она сама завершается. 900 рублей. Она, между прочим, уже на балансе. С 500 рублей, 900 рублей. Как поднимать бабл кэш? Окей. Ну, это все херня. Я думаю, что стоит у нас пойти сюда и попытаться сделать красивый бабл кэш. Окей.
Сразу ставим 125 рублей. Еще возьмем. Стопанемся. А у нее перебор. Хорошо. Полтинник ставим. Блин, ну косарь это x2 по сути. И желательно сделать немножечко, немножечко больше. Вот, я предполагаю 550 рублей поставить. Предлагаю или предполагаю. Стопанемся. Да, это вот херовый момент. Блять, вот сейчас хуй знает, что делать. Лучше в ничью сыграем. Лучше пока что в ничью сыграем, чтобы... Побед что-то у нас мало. Стопанемся. Понял. И вот сейчас можно 300 рублей поставить. 300. Выиграть 600 и дальше 1200. Но это... Блин, я так думаю. Еще. Стопанемся. Хорошо, 600 рублей есть. Фух, без рисков не бывает. Что-нибудь сами придумайте. Дальше сами додумайте. Чего-нибудь-то там не бывает без рисков. Не бывает. Еще. Ну, здесь топаться только варит. Вообще можно 500-очку поставить и сыграть. А то мы так ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо не уйдем. Блин, пожалуйста. И вот этот пиздец. Ебать, вальта, прикиньте, вот все колоды вальта вынуть, это чего стоит? Чего это стоит? Ну, у меня ни влево, ни вправо, как бы 18 против 19, это ни туда, ни сюда. Как бы, либо так делать, либо никак. Сейчас бы вот залетело. Хорошо, 1200. Почему при 21... При очке, блять, у нас не выдается 2.5x, а выдается только в 2. Но 1500 это неплохо. Но я согласен, то что с 500 рублей здесь очень сложно подниматься, и мне гораздо легче, потому что у меня больше ставки, идут все дела. Но все равно тяжеловато. Все равно тяжеловато. Стопанемся. Два косаря, пацаны. Два косаря, это неплохо. 500 рублей ставим. Стопаемся. Все. 2500 можно по 250 рублей, в принципе, сыграть, до 3 косарей дойти. Я думаю, неплохо будет. Вообще, в принципе. В теории, до 3 косарей дойти будет неплохо. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Окей. Еще раз 250 рублей ставим. Ну, 9 минут ролика, ё-моё. Мне еще монтировать и монтировать этот ролик. Фастиком можно разыграть. Тихо, хорошо. Хорошо разыграть. Блять. Шестерка. Ну, блять, и так бы. Ладно, 750 рублей, хуй с вами. Золотые рыбки, 1500. Угу. Сука. Ну, еще, естественно. Стопать. Все, нахуй, 1500. 3 косаря в банк. С 500 рублей сделали 3000, хоть и долго это было, и мучительно это было, но мы все-таки с вами сделали. С 500 рублей 3000, в принципе, неплохо, вот можно чисто до косарика дойти побудь, а? Слушайте-ка. Блядь. 4 косаря. Пиздец. Пиздец, блядь. Пиздец. Пятерочку бы сейчас поднять было бы неплохо. На самом деле. Понял? 250 рублей. 4250. Я почему-то решил, что лучше... Лучше. Лучше поднять 5000. Блять, против 17. 16 против 17. Блять, 1250. Везде сейчас, походу, будет золотые рыбки. Или нет? Нормально, блять, нормально, держимся. Еще держимся. Еще, сука, держимся. Пока что, но... Но... Еще. Еще. Понял, 750 рублей ставлю. Сейчас либо выиграешь...
Блядь. Ладно, лучше ничего сыграем. Ну, блядь, туза вынуть мало шансов. Против такой залупы. Блядь, ну, хуй знает, да? 1250, по-братски. Сейчас, завинь, пожалуйста. На этом все у нас решится. Пожалуйста, блядь. Сыграй. Сыграй в мою пользу. Хорошо. Блядь, да чё, как ты, блядь, короля-то вынула, сука? Пиздец. Нормально, нормально. Блядь, 250 рублей ставим. С 500 рублей, ну, блядь, сначала было как-то сложно играть. Очень долго, очень медленно. Потом сейчас хуякс разыгрались и заебись. Все пошло, и 5000 у нас на балансе. Короче, пацаны, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Пятерик мы с вами сегодня сделали. MLBet — это охуенная тема, это, блядь, букмекерская контора, и ставки на спорт, и лайф-дилеры, и 1С Games, и казино. Много чего, короче, здесь есть. Очень большой выбор, очень разнообразный выбор. Играйте в свое удовольствие, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, оставляйте просто комментарии. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи, всем адьос. Ссылочка в закрепе, и на 10400 бонус-код тоже там есть. Все, всем удачи, а я побежал, пока.